Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Морозы только успели освоиться на юге Сибири, как серия атлантических циклонов, переходя с запада через Урал, быстро оттесняет холодный гребень антициклона на восток к Енисею и далее к Байкалу. Теперь более подробный прогноз. 27 ноября в Новосибирске днем снег, метель, на дорогах местами гололедица. Ветер южный 3,8, порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 18-20, к утру повышение до минус 10-12. В дневное время ожидается минус 6-8 градусов. Теперь прогноз на последующие двое суток. 28 ноября снег, метель. Ночная температура составит минус 6-8, днем от 4 до 6 градусов ниже 0. 29-го осадков не ожидается. В темное время суток столбик термометра опустится до минус 12-14 градусов. В дневное время синоптики прогнозируют минус 6-8. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю удачного дня!